Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется запчасть, велосипедная запчасть от торговой марки «Шимано». Это шатуны МТ-210-2. 2 – это имеется в виду, что шатуны имеют две звезды. Данные шатуны легкие. Класс этих шатунов «Ацера». Модель, повторюсь, МТ-210-2. Шатуны имеют длину 175 мм, как тут показано на левом шатуне, 175 и номер самого шатуна. Производство Малайзия. Это алюминиевые, классные, легкие шатуны с полым валом каретки. Внутриполый вал каретки делает шатун легким и надежным. Надежным за счет того, что подшипники не внутри рамы находятся, а они вынесены наружу. Это система Halotec 2. Велосипедные шатуны имеют звезды. Малая звезда 22 зуба, большая звезда 36 зубьев. Система зубьев таким образом сделана, что зубцы имеют специальные скосы, каждый зуб рассчитан на определенную нагрузку, и скосы эти не просто проштампованы, а отфрезерованы, тем самым качество переключения будет четким, качество переключения будет гладким, и работать от этого звезды будут намного дольше. Это все зависит, естественно, от качества вот этих вот углублений зубцов на самом большом шатуне. Данный шатун правый, а это левый, как мы видим. Они внутриполые, это внутриполая получается часть, но она продается без самой каретки. Для того, чтобы установить данный шатун МТ-210, вам надо еще дополнительно к нему приобретать вот такую каретку. Это тоже есть в нашем спортивном магазине. В нашем магазине есть и мастерская, которая все это может поставить на ваш велосипед. Если вы захотите поставить себе систему шатунов 2х9, а это шатуны для велосипеда с системой 2х9, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин. У нас есть мастерская, мастер всегда сможет вам оказать услугу, поставить на ваш велосипед. Если вас заинтересовал данное видео, пишите нам на YouTube канал, записывайте нам всякие ваши интересные нюансы о том, как мы освещаем свою информацию. Если будет постоянный клиент, мы готовы вам делать скидки. Обращайтесь к нам, и мы вам всегда ответим. До скорых встреч!